сообщает ТАСС, что Израилю, напомню, МИД РФ глава о законах ведения войны. Законы эти в РФ свято чтут. А я хотя уже клипов множество с напоминаниями им пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове моча. На людей обрушивал дрыны. От страстишки с ней клипов записи. Не могу никак освободиться пут. Да, вот такая вот ситуация с законами войны.